27 января 75 лет минуло со дня освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау, который находится рядом с городом Освенцим в Польше. У ворот с печально известной надписью «Труд освобождает» собрались выжившие узники, их родные, а также другие участники памятных мероприятий, передает НТД-ТВ. Бывшие заключенные призывают людей всего мира не оставаться сторонними наблюдателями, когда происходят преступления. Рональд Лауд, президент Всемирного еврейского конгресса, отметил. Писатель Эли Визель говорил: «Противоположность любви – это не ненависть, а равнодушие. Слишком часто люди равнодушны к происходящему». В концлагере Аушвиц-Биркенау с 1941 по 1945 годы погибли почти 1,5 миллиона человек. Из них 1 100 000 евреев. Людей убивали в газовых камерах, а также проводили над ними медицинские эксперименты. Многие умирали от голода, холода и рабского труда.